Северной Осетии проходит фестиваль осетинских пирогов. Первый день мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха Владикавказа состоялся концерт. На сцене выступил оркестр национальных инструментов «Иристон» под руководством Олега Ходова. Праздничные концерты под открытым небом будут проходить в течение всей недели, сообщают в администрации города. Какие именно творческие коллективы будут выступать, не разглашается. Для горожан это станет сюрпризом. Сам же фестиваль будет проходить на набережной реки Терек на улице Кисаева. Гостей праздника ждет насыщенная программа. Дегустация блюд национальной кухни, мастер-классы, конкурсы по выпечке осетинских пирогов. Мы с дочкой тут по парку гуляли. Этот оркестр мы очень-очень уважаем. Ходов, ему цены нету.